Воспитанники областного дворца детей и молодежи взяли лидирующие позиции в шахматном турнире «Белая ладья» 2022. Своей тактикой ребята поделились с нашей съемочной группой. Она очень слабая, значит, выходит ферзь. Ферзь дает шах. Значит, два пути защиты. Либо король Е7, либо Ж6. Математический склад ума и проверенная стратегия – все, что помогает воспитанникам Дворца творчества показывать высокие результаты на интеллектуальных турнирах. Так, на региональном этапе шахматных соревнований «Белая ладья» по итогам 9 туров в личном зачете лидировали 4 ребят. Выдержка необходима, нужна усидчивость, потому что вот у нас был в один день 3 тура. 1,5 плюс 1,5 часа, то есть партия где-то 3 часа длится. То есть как минимум 9 часов они в один день сидели и за шахматной доской, без перерыва, без отвлеканий сидели, думали и, значит, побеждали. На региональный этап приехали юные шахматисты из Ульяновска, Димитровграда, Цельнинского, Чердаклинского и Меликесского районов. Всего 90 участников. Было страшно, были соперники. Более-менее легкие и сложные, но все равно было страшно. Тарас Шавкай ходит на секцию по шахматам 8-й год. За это время выработал свою тактику игры. Освоил правила быстрых и классических шахмат. Нужно обдумывать каждые ходы, нужно придумывать всякие планы, стратегии и развиваться в шахматном плане. Шах и мат победителя регионального турнира готовятся поставить и летом на первенстве России. Марина Тимофеева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.